So the next question, how many ships did he have with him? 17 ships with him. He had 17 ships with each. That's right. Then, from what port did they sail? Lima. Lima. How many men and women were there on board the ship? There were 74 men and 28 women. That's right. The next task for you is to solve the crossword. Каждая команда решает кроссворд на английском Максимальное количество баллов 13. Конфетка тоже баллов. Я не много ли ее там баллов-то будет у нас? Кружки вот не надо. А если сделать, то куда? Так. Единственный человек догадался, что можно еще и загораживание сделать. Нет, ну это не
Нельзя. 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 Так, на самом деле перевозить нельзя, можно перевозить пассажира до 7 лет только. И если есть специальное оборудование для... Следующий. Назовите причины дорожного транспорта с пешеходами. А это самые умные, уже все ответили? Но. Понятно. Подел, ты же сама говорила. Спросите. Вадим Евгеньевич, он все знает. Был в Третьяковке неоднократно. У нас на мозги. Подожди, вот где? Да, был. Ночью, после того, как закрывалось. Так он не мог это написать. Здесь вот надо что-то менять. Здрасте. Здрасте. Тут нет Галина Григорьевна. Галина Григорьевна, он визажист, он не мог написать эту картину. У Чайпити Медичев кретный ход, блин. Кто не мог написать? Серебин не мог он это написать. Слепый музыкант, мы только что проходили, здесь не было фамилии. Какого? Не может быть. Позвоните в Третьяковку. Не может написать больше, тут нет художников. Конечно. Я опять не сидите, но тут нету других художников. Только Перов, Суриков и Нефин. Нет других. И так же, как этих. Ну вот. А напиши на М13. Мусорский не будет. Я сейчас помню. Точно, вы тоже, точно. Точно, точно. Что? Америка не спучит. Да, точно. Воды и сколько лет она не умывалась? Пастинда. А сколько лет она не умывалась? Вспоминайте быстрее. 500, да? 500 лет. Хорошо. И последнее, слушай внимательно. Как зовут героя сказки Эдуарда Успенского «Каникулы в Простоквашино»? Кого слушайте внимательно. Как зовут героев сказки Успенского «Каникулы в Простоквашино»? Шарик, Матроскин и дядя Федор. Дядя Федор, хорошо. И печки. Печки. Печонок. Печка. Хорошо. А по каким странам путешествуют герои сказок Волков?